Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я расскажу про народные приметы и праздники октября. Октябрь – второй месяц осени. В народе его называют по-разному. На Руси октябрю дали немало имен. Октябрь называют листопадом, позимником, хмурником, листодером. Еще одно название месяца – грязник, которое он получил через затяжные дожди, образующие лужи и грязь. В октябре деревья разукрашиваются в разные краски и начинают сбрасывать листву. Дни становятся короче, в воздухе пахнет прохладой. Недаром говорят: в октябре до обеда осень, а после обеда зима. Именно в этом месяце во многих регионах устанавливается временный снежный покров. Народная мудрость советует: в октябре с солнцем распрощайся, ближе к печи подбирайся. Садово-огородный сезон постепенно близится к завершению. Практически весь урожай собран, и грядки постепенно начинают пустеть. Но не стоит торопиться закрывать сезон, необходимо проверить, все ли подготовлено для успешной зимовки и для будущего урожая. Не глядя на то, что природа постепенно подготавливается к зимнему сну, на грядках еще можно убрать дыни, арбузы, томаты, позднюю капусту, выкопать свеклу, морковь. Собрать виноград, груши и яблоки. Народные приметы в октябре. Считалось, что если облака плывут с севера на юг, то это к солнечной погоде, с юга на север – к ненастью. Если в октябре вечерняя заря багрового цвета, желто-золотистого или розового, но не красного, жди ясную погоду. Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму. Теплый октябрь – к морозной зиме. Сильные и продолжительные холода – к суровой зиме. Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму. В начале месяца подул восточный ветер, к скорой сухой погоде, западный – к мокрой, северный – к стуже. С какого числа в октябре пойдет снег, с того числа весна откроется в апреле. Листопад прошел быстро, зима будет суровой, а если листья остаются зелеными и долго держатся на деревьях, зима будет короткая, с небольшими морозами. В октябре птицы летят ниже к земле, быть ранней и холодной зиме. Народные праздники в октябре. 1 октября – Арина Шиповница. 2 октября – Трофим и Зосима. 3 октября – Астафий Ветряк. 4 октября – Кондрат Дейпад. 5 октября – Иона и Фока. 6 октября – Эраида Спорная. 7 октября – Фёкла Запредальница. 8 октября – Сергей Капустник. 9 октября – Иван Богослов. 10 октября – Саватий Пчельник. 11 октября – Харитонов день. 12 октября – Феофан Милостивый. 13 октября – Михаил Соломенный. 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. 15 октября – Куприян и Устинья. 16 октября – Денис Позимний. 17 октября – Ерофеев день. 18 октября – Харитины. 19 октября – Фомин день. 20 октября – Сергей Зимний. 21 октября – Трифон и Пелагея. 22 октября – Яков Дровопилеце. 23 октября – Евлампий Зимоуказатель. 24 октября – Филиппова Канитель. 25 октября – Андрон Звездочет. 26 октября – Иверской иконы Божией Матери. 27 октября – Параскева Грязнуха. 28 октября – Вспоминают Евфимия Солунского. 29 октября – Лангин Сотник. 30 октября – Осия Колесник. 31 октября – Луков день.